Ну, давайте этого. Хрен с ним, давайте этого. Артёма уже Джокер. Хрен с вами, как говорится. Я просто вот, я эту тему с прокачкой до сих пор не знаю. Вот, честно. Федя вот не осилил, хе-хе. Это самый крутой бэтмен. Это самый хреновый бэтмен. Неправда, он копичный. Не знаю, мне не очень он нравится. Вот на Сеге его заговнили. На Сеге, да, он там еще хуже, чем тут. Там просто хардмод. У меня этот ватман есть на Сешку. И на Денди он получше. Это мне уже тут наваляли, короче, я сейчас умру. Я уже умер. Ой, да. Я его как-то один раз прошел, все. Что-то вот он мне вообще как-то это. Ну, не знаю, не вставил, короче. Он, да, большие спрайты, но из-за этого больше неуклюжести, чем чего-то. Откидывание при ударах, то есть, ну, такое, в общем, себе. То есть я его как-то прошел и забил про него. Лёха, здоров. Тащи, мужик. Тащу. Я с оружками тут ни хрена не знаю. Чё тут напичкано? Блин, ну чё это пиздец? Ну ё-моё. Чё вот я беру? Какие оружки я беру? Я хрен его мама знает. Я даже вообще не знаю. Чё-то я беру какую-то хрень, а чё беру, я не знаю. Этот ватман не канон вообще. Он ни с мультами, ни кино, ни комиксами не связан вроде. Да, ё-моё. Ну да, он, ну как, чё за Бэтмен, который ходит всем шумоляет? Чё это за Бэтмен? Ни хрена не Бэтмен. Бэтмен всегда был хитрым чуваком. Он за счет мозгов всегда выруливал, но не за счет шмапинга. Так. Нормально. А я его обожал, на крике даже есть. Не знаю, я как-то не восхитился им. Знаю, что есть подкат. Чё-то у нас прям разные вкусы. Ну, кажется, почему с Соником же Марио мы сошлись же. Ну, топчик. Тоже в Суньсофт. Нет, музло здесь огонь, не спорю. Вот, ну, вообще никак не спорю. Музло огонь. Ну, это все. Да, с Соником и Марио мы солидарны. Ну. С
всех как бы свое было в детстве, свои впечатления на сегодняшний день. Может, я зажравшаяся скотина, не знаю. Блин, как я сдох-то там? Континью. А, по ней стрелять можно, что ли? Я даже помню, как карик с этим Бэтменом купили. То есть по этой фигне надо стрелять, чтобы выбивать тему. А я даже и не знал. А, тормозить приставка не тащит. Тут что-то оружка вроде неплоха, но она как-то хреново тут. Стреляет она как-то нехорошо. Да, по ней стреляешь и выбираешь то оружие, которое больше нравится. То есть я прошел эту игру и только сейчас об этом вот спустя там... Чё я взял? Какую щит там я брал, да? Кнопку стрельбы зажми и держи. И чё будет? Блин, я не то взял. А, тут есть дэш. Тут даже дэш есть. Я даже дэш-то не знал, что есть. У каждого оружия свое супероружие. Блин, да как я сдох-то? Я чё-то не понял, какая у нас это... Верхняя у нас жизнь-то, да? А какую брать-то? Ой, блин. Или нижняя жизнь? Я чё-то даже не знаю, что эти дают, эти полоски. Так, а... А у простого, походу, ничего нету, да? Да ё-моё. Да ё-моё. Да, блин. Да. Что? Меня эти ракеты тоже бесили. Да, блин. Да эта херня сразу начинает стрелять. Тут среагировать даже не успеваешь. Да ё-моё, какого хрена я упал-то в ямку? Йо, континью. Собака-гравер, подчеркивание Ячксона ОА, одна из лучших игрух нанес. Как по мне, ну, по крайней мере, она достаточно хороша. Здарова, мужик. Приветствую и плюс лайк. Собака-мегадривер, подчеркивание 16, здарова, мужик. Значит, я единственный, который считает эту игру парашей. Да блин! Ах.
Ты хочешь сказать, не видел, как Бэтмен в суперрежим еще переходит? Нет. Наверное, нет. Короче, я про эту игру не знаю ни хера, походу. Ну ты длин даешь. Да? Собака-гравер, подчеркивание Ячксон, но насчет лучших я погорячился немного, пожалуй. Но в целом игра хороша, как по мне. Да блин, ой. Я не могу на эти быстро реагировать. То есть, вот я тут еще где-то успеваю, что блин. Что за супер режим? Это когда он бронзового цвета становится. Блин, я не то взял, походу. Да блин. Да, бронзовым оружие фигачит как сумасшедшее. И как это сделать? Ну-ка давай. Вот так вот, да? А, вот как ты, чего ты мне желаешь, мучайся, сволочь, да? Там какую-то фигню надо собирать. Буквы Б вроде, как соберешь достаточно, будешь бронзовым. Лан, игра фигня, пойду другое посмотрю. О, хоть кто-то со мной согласен, что игра говно. Да, этот этап самый противный. Я уж понял. Ладно, пошли. Это вроде еще хуже. Ай. В жопу. Ай. Ау, убили козлы. Козлы. Привет, Вольф. Да ё-моё. Я тут на работе. Отвлекают всякие гандоны. Я не хотел так прыгать. Оно само получилось. Блин, ну плохо. Thank you.
Да какого хера? Ё-моё, тихо. А что значит буква ща? Чурикин. Я все будет огонь, значит это. Херачим. Нормально, сойдет. Босс даже не понял, что случилось. Как он умер. Бывает, а? А, во, надо собрать максимальное количество этих, как его, здоровье получается. Или вот это П, они... Или чего надо собрать? Хер его знает. Короче, П надо было собрать. Ай, давай. Теперь ты золотой Бэтмен, как Суперсоник. Ай, блин, мне пришлось взять какое-то говно. Да ты офигел, козел. Ой, блядь, что я взял, а? Блин, ладно. Чё тут такое у нас? Всё, переходим на сэфи, зашибись. Куда идём? Ай. Ай. Ты козёл. Что за доктор Эггман, а? Блин, как от этого уклониться было, а? Бэтмен, месть Эггмана. Ой, блин. Не контролирую. Ой, ё-моё. Ай, тихо. Да, блин.
Я сдох. Меня убили. Чё, с самого начала? Вы садюги? Вы знаете об этом? Сегодня день боли. Ну не говори, хотел, думал, лайтовенько чуть погамать. Так отдохнуть, расслабиться, ага. Ярсай, тут расслабишься, давай боль, давай страдания. Нау. Да блин, это же капец. И почему я ведусь на все это говно? Ну, при таком большом спрайте уклониться от этих зарядов, ну, я не знаю, мне не хватает ума. Надо находиться в другом месте. Не в краю, а где-то в другом месте. Под катом уклоняться. Да я понял, но не все. Там между снарядами не пролетишь, короче. Да ё-моё, взял какую-то говнятину. Что я за дерьмо взял, кто мне скажет, а? Ау. Ай, блин, всё-таки задело как-то. Скотина. Чё, куда идём-то? А, во, босс. Ну что, блин. Да, босс, какая-то жопа там. Ё-моё. Ну, блин, а он не очень... Блин, с этой пушкой хер кого замочишь тут. Да уж, блин. Дружище, так мы быстро проиграем. Сегодня нашли какой-то типа сейф-спота или что-то подобного. Ну, почти сейф-спот. Мне когда вот эти все рекламы взлекают, тебе как будто такое ощущение, консоль зависла. Вау! Я тут, блядь, не покупался, а? Зараза. Континью! Да, блин, я хомяка. Да что? Да мудак! Да, какого ж мать его хрена? Вау, вау!
Все, он упал. Блин, вот это затягивание бывает, реально раздражает. Карнов играл? Знаю, такой играл в детстве. И как она тебе? Ну, тоже миллион всяких прокачек, там, всякой херни непонятной, то есть, ну, такое себе, короче. Ну, она интересная, я играл в детстве, она, что-то там бывал какой-то рандом возникает. Потонул. Бэтмен не умеет плавать. Он у этого из Вай-Сити научился. Буль-буль. Ё-моё. Тихо-тихо. Ни хрена, я тут выдаю. Ну, почти выдаю. Да ёпта, пойдём, мать, прыжок, да работай, работай, прыжок, давай, нажимайся, прыжок. Я вот помню, больше вот этот уровень он меня бесил. Metal Storm еще прикольная игра. Metal Storm, да, есть такая игруха, но ее есть. Бля, да как, блин, что сталкивать-то? Но ее есть норм режим, а есть хард режим. Бэтмен. Месть водопроводчика Михалыча. Да-да. Он мстит за все. Ладно, кое-как дошли, ладно. Что-то у нас говно пушечка-то. Карт это когда с одного удара каюк. Да, там очень жестко. Мне тогда босс раш давали по этой теме, я тогда охренел там, ну, один одного босса давали, там в замкнутом пространстве, там просто кобзда. Я так и не осилил. Ну, то есть... был близок, но не осилил тогда. На харде был такой, долго играл, блин, оно очень... Когда долго ты вот играешь... Вот этот босс, вот этот замк вот в таком пространстве. То есть там жопа становится, короче. Там начинается... Ну, уже просто ты охереваешь от этого наблюдения. У тебя уже глаза болят от этого всего. Я нам близко был, подбирался, но я так и не отмудохал этого босса. Дал что им хотя бы хоть на норме еще бы пройти, потому что там тоже хватает. И на норме там он не самый легкий. Ну, пацаны. Она нормально сколько ударов выдерживает? У меня хард-версия.
Ну а там включается хард-то, то есть там тоже типа этого хард-мода. Там вроде тоже это сочется на удар, но там попроще просто. Там не так тебя все мочит. Да, тоже как-то за ее взяться. Не знаю, посмотрим, как-нибудь займусь, может быть. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Да, хорошо, сдохли. Это что у нас за Т-34? Нет, это не Т-34. Это больше на ИСа 3, походу. Он бесконечный, что ли? У вас там максимум может быть 6 человек. Блин, у меня уже пузо бурчит. Жрать просит. Что ли, прошли? Неплохо. О, Джокер, это жопа. Ай, ё-моё. Ау. Вот с Джокером я могу тут наверняка просидеть долго. Потому что он ни хрена не легкий. Да, блин. Блин, даже с первого раза. Мощно. Летающие. Так, что у нас тут? Да, блин.
я не выпрыгну. Привет, дядь Дайка, я тоже поиграю. Так на, я чё, против, что ли? Я только рад буду. В эту херню играть. Вперёд, за родину, за Зимбабве. Ой. Босяцкий. Так, как там вот так вот надо делать? Да, я эту фишку знаю. Да, я читер, но мне пофигу. Как читер? Это особенность игры. Прошел. Заставки тоже крутые. Не, да она неплохая. Я не говорю, что она прям реально дерьмище, но, блин, у нее есть моменты, когда большой вот спрайт гадит все. Вот просто в чем дело. Когда у нее большой вот этот спрайт, он просто гадит все. Очень плохо в ней. Это вот, ну, блин, ну хреново, короче. Поэтому такие вот дела. То есть, а так она, в принципе, неплохая. Ну и вот эти неадекватные моменты с дамагом и падает, затягивает тебя в какую-то яму. Потому что, блин, неоднократно был момент, когда тебя куда-то тянуло. Привет, вообще непонятно никуда. Я вовремя, как всегда. Ну да, мы уже сейчас скругляться будем. Ну ничего, запись посмотришь, если что. А не то, что плохо сделано, ну просто есть такие вот реально ее проблемы. Привет. Ну, привет, привет. Да. Растик, что ли, да, получается, если что. Не обижайся, если неправильно прочел. Ну вот такие вот, короче, помидорки с ней. Так, все что ли? Производство сансов, ля-ля-то рубля. Ну ладно. Так. Напоследок, что-нибудь лайк.